вы на канале New Life, It's My Life. Наша жизнь. Сашка у нас самый главный. Мы вообще в близкости или нет? Давайте сначала. Давай, Саша, сначала ты скажешь привет, потом мама скажет привет. Привет. Всем привет. Вы на канале Наша жизнь в Америке. New Life, It's My Life. Вы на канале New Life, It's My Life. Ну, Сашка еще пока толком не выучил, но он старается, идет к этому. В общем, сегодня мы что? Мы идем в Smart & Final, потому что нам нужно купить, я только что забыла, что... Клубнику. А, клубнику. Мы гонимся чисто за клубникой. Поэтому пошли, посмотрим, что почем. Так. Маришка уже там что-то обнюхивает. Да, что-то обнюхивает. Так, что у нас по клубнике? 2 паунда клубники. Короче, по $1.99, если мы берем 2. Такая любая, наверное. Так они все одинаковые. Какую ты хочешь? Я хочу вкусную. Как пахнет? Вот это вообще не пахнет. Пахнет с квадратной коробкой. Понюхай. Вот это другая коробка, да? Она не пахнет. Мы берем ту, которая пахнет. Видимо, она... Вот эта, кстати, коробка и не должна здесь стоять. Пап, понюхай вот это. Да, это не пахнет. Понюхай вот это. Сейчас понюхаю. Сашка рекомендует. Не пахнет. А это пахнет? Ну, это из этих. Идеально пахнет. Так давай мы 2 берем. Ну. Короче, клубничка вот такая прекрасная. Со стороны как-то смотримся. Нюхающими клубнику. Да. Ну что, пойдем, наверное, зайдем, купим какую-то сладушку? Ну, давай. Даю. Все, мы 2 купили. 2 клубнички, Сашка, и пойдем какую-нибудь печеньку купим. А тут нету, кстати, кленового сиропа? Не-не, мы тогда точно в Костке покупали это. Потому что я хочу кленовый сироп. Значит, нужно ехать в Костке. Идем за сладушкой. Специально мы не поедем, хорошо? Да. Нет, когда поедем, тогда и поедем. В общем, мы грузанулись вот такими сладушками. Это значит, у нас ушки. Такие же, как и в Беларуси, очень вкусные, сладенькие. Цена $5, скидочка 50%. Ну и... Обязательно сладости для полицейских. 2,99 донатсы, 50% скидочка. И вот такие шоколадные донатсы, тоже 2,99, тоже за полцены. И пошел догонять своих, они там что-то еще хотят затарить. Пойдем посмотрим, что там. Мы берем сегодня вот такие итальянские колбаски. Они у нас тоже на скидочке сегодня, 50%. Будут стоить по $2. Ну, собственно, это мы так уже что-то мы колбасками балуемся. Просто захотелось колбасок. Наша-то цель клубника была. Ой, а у нас закончился апельсиновый сок. О, апельсиновый сок, да. Пошли еще зацепим апельсиновый сок. А где-то, по-моему, тут должен быть такой, как мы любим. Да, надо полазить. По-моему, синий. Там надо посмотреть, чтобы средняя мякоть была. Ну, что там написано? Original. Такой... Да, низкая мякоть. И сколько он стоит? 5,99. 5,99. В Сенславе он стоит 5,28. Покажи, помнишь, кто-то спрашивал про огромные ведра с мороженым? Да. Где? Не тот, который... Вот они. Саш, вот эти ведра. Ванильные, шоколадные, какие угодно. В общем, ванила стоит, получается, грубо говоря, $18, шоколадная 17. Так, а сколько же это ведро этих, как это нам узнать? Сколько в нем литров? Километров, килограммов. 3 галлона. Там а вот, 3 галлона? Здесь написано все про них. Вот, давай, есть еще фисташковое. В общем, вот, 3 галлона, как-то оно такое большое выглядит, 3 галлона, да?
Ну, в общем, вот такое классное мороженое. Мы не будем домой мороженое? Ну, это для пати в основном такие большие, потому что дома его не поставишь, никуда не съешь. Ну, смотря у кого, знаешь, какая морозилка. Зай, ну, блин. Ну, а как показывали, ну, вот, скажем, как в кино смотришь, эти огромные морозилки в гаражах стоят. Не, ну, если только такая огромная в гараже. Я говорю, домой не будем мороженое брать? А ты хочешь мороженое? Конечно, да. Не хочешь, так давай возьмем. Саш, подожди, мама хочет мороженое. Саш, Зайка, ты шоколадное хочешь или... Вообще не хочет, хотела ребенком прикрыться. Подъезжай, выбирай. Ну, ну что, тогда вот такое. Ой, это не такое ванильное. Зай, тут это не Walmart. Здесь немножко другое, но мы такое брали. Да. Мороженое, Саш. Ванильное. Ванильное? Просто ванильное? Да, мне просто нравится ванильное мороженое, если ты говоришь про вкус. Ну так мы, наверное, тогда возьмем тогда ванильное. Возьму на всякий случай. Если что, ты тогда можешь его порубать. Значит, сегодня будет коктейль. Ванильно-клубнично-банановый. Так давай посмотрим, что там, сколько в нем килограмм вот в этом, или галлонов. Зай, там не может быть 3 галлона. 4,33 литра. А, 1 галлон получается, да, чуть ну, больше. Там будет, да, 3 там 3 галлона, все правильно. Блин, что мне казалось, что в нашем больше. Штука. Ну все, сейчас, сейчас нам еще надо будет заскочить в 99 центов. И потом маленький обзор наших продуктов. А там нам надо... Что-то надо. Увидишь, Саша. Мы закончили наши покупки в Smart & Final. Это 25,44. И что я хочу сказать по соку. Если вы не позаботились и не купили сок с запасом, то разница между Sam's Club и Smart & Final получается ровно 71 цент. Что, в общем-то, получается, ну, много процентов. Процентов много. Там сок стоит... Проценты посчитайте сами, что-то на ходу не выводится. В общем, там стоит 5,28, здесь 5,99. Вот такая ситуация. То есть, получается, все-таки покупать продукты в таких магазинах, как Sam's Club и Costco, намного дешевле, ну, чем... Нет, конечно, если да. На том, на сём. Такие магазины, как Sam's Club или вот там, я не знаю, Walmart или другие там посещает, которые находятся рядом с домом там или... Но все-таки это розничные магазины, и если вы хотите экономить или как, в общем, разница есть. Да, можно. Да. Лучше покупать, допустим, два. Лучше купить два галлона там, чем один здесь. Ну, на двух галлонах вообще получается $1.5. А $1.5 это $1.5. Вот, ну все, мы погнали в центр и посмотрим, что там продают сегодня.